Всем привет! Сегодня, не побоюсь этого слова, последняя пятница в этом году. Саша у меня впервые в гостях, и, признаюсь честно, это наша первая встреча. Саша работает на многочисленных показах, супермоделями, вообще в основном работает за границей. На каждый день, на самом деле, не стоит перегружать кожу, да, лучше наносить что-то очень тонкое. Матовый финиш, это для тех, кто на фото, да, не любит вот этот жирный блин. У нас вообще-то Новый год на носу. Важно, чтобы у нас все линии были параллельны. Я хочу сказать о том, что подиум – это подиум, жизнь – это жизнь. Уже нет никаких четких линий, мы стараемся все делать небрежно, как будто бы пальчиком делать. Мамочки мои. Но это уже, вот, знаете, золотые губы и блески на губах. Это уже не для того, чтобы есть салат оливье. Золото очень хорошо с бордовой помадой. Но это для самых смелых. Я смелая, я могу. Саша, большое тебе спасибо за такую красоту, за то, что нашла время, пришла, поделилась советами.